Очередное повышение тарифов на электроэнергию ждет потребителей Хабаровского края. Цены на электроэнергию вновь вырастут в Хабаровском крае. Платить больше потребители станут с 1 июля текущего года, сообщили в пресс-службе открытого акционерного общества Дальневосточная энергетическая компания. Тарифное регулирование определяется постановлением Хабаровского края. В соответствии с ним одноставочный тариф для пользователей газовых плит за киловатт в час после 1 июля составит 3 рубля 61 копейку. Тариф, действующий сегодня, 3 рубля 47 копеек. Для потребителей, пользующихся электрическими плитами, 3 рубля 43 копейки и 2 рубля 53 копейки соответственно, пояснили пресс-службе. В связи с вводимыми изменениями срок подачи показаний приборов учета увеличится до конца месяца.